Так, искусство интервью у нас сегодня тема. На самом деле, ну не совсем так. Тема не совсем искусство интервью, а все-таки личность в кадре и за кадром. Я подумала, что было бы интересно посмотреть на этот самый, может быть, один из самых распространенных журналистских жанров с двух сторон. Вот поэтому по обе стороны баррикад. Ну, в принципе, когда вы общаетесь просто с людьми, в жизни вы общаетесь в основном в двух жанрах. Они же являются двумя основными журналистскими жанрами. Первый жанр, ну, может быть, кто-то догадается. Вот вы, молодой человек, вот вы общаетесь с мамой. В каком жанре вы общаетесь, как вы думаете? Разговорный. Ну, это и есть интервью, по сути дела. Да? Вы задаете вопросы, цель у интервью, что у журналиста, что у просто человека в быту. Целей две, на самом деле. Узнать какую-то информацию или выяснить чье-то мнение по поводу чего-то. В принципе, все то же самое можно сказать и о журналистском интервью. И дальше уже все зависит от нашего умения общаться. Ну, второй главный жанр в жизни – это репортаж. Репортаж – это всегда, как минимум, рассказ очевидца с места события. И иногда он может включаться, репортаж, в интервью. То есть журналист может что-то рассказать и дальше все равно задать вопрос. Вот. Поэтому мы сегодня говорим об этом все-таки жанре. Ну, само слово «интервью» всем понятно, от чего оно произошло, что это английское слово. В принципе, собеседование, да, «интер», то есть между, обмен взглядами одним словом. «Вью» – взгляд, «интер» – между. Вот. И на что хочу обратить внимание, если вы все-таки профессионально будете этим заниматься, то там есть такой момент, как авторское право. Вот интервью, особенно если это не просто вопрос-ответ, ну, допустим, протокольное интервью, вот сейчас я буду говорить вам о видах интервью, если это что-то более развернутое, то человек, которого вы интервьюируете, обладает авторским правом. Это частая ошибка, журналист спешит опубликовать интервью. На самом деле он обязан поинтересоваться мнением человека, у которого он брал интервью, и обязательно у него получить визу. Потому что человек, который дал интервью, обладает вот этим авторским правом. И без визы, по идее, вы не можете его публиковать. Обычно всегда, когда журналист расшифровывает интервью, а расшифровка – это тоже очень такой процесс мучительный, потому что в разговорной речи мы допускаем очень много чего. Вот вы даже удивитесь, вот если вашу речь расшифровать, ее вот так прям напечатать, это будет порой просто абракадабра. Вот просто. Есть такой даже Google-переводчик, куда вы можете эту речь, так сказать, поместить, и вы вообще не понимаете, что это такое. То есть Google даже не понимает. Это удивительный парадокс. Иногда кажется, человек так хорошо говорит, а на самом деле это совсем не так. Мало того, что его надо расшифровать достаточно точно, его потом надо отредактировать, чтобы это был письменный какой-то вариант, нормальный, читаемый. И дальше начинаются проблемы. Некоторые авторы, которых вы интервьюируете, они говорят, нет, вот я такого не говорил. Но действительно, вот совсем буквально вы, как правило, не можете опубликовать. Иногда бывают какие-то конфликты. Также конфликты бывают с фотографиями, кстати, особенно, например, с женщинами. Очень многие говорят, нет, пожалуйста, меня близко не снимайте, вот это ракурс не такой, не сякой. Если вы не согласовали фотографию, могут быть тоже проблемы. Фотография теперь – это тоже предмет авторского права. И это очень важный момент, очень тонкий момент, но если вы хотите жить спокойно, будучи журналистом, то, конечно, надо это учитывать. Итак, какие у нас есть виды интервью? Прежде всего, это интервью протокольное. Я думаю, что люди, которые занимаются культурой, меньше всего связаны с подобным видом интервью. Но я думаю, вы сами можете догадаться, что это такое. Вы часто это видите по телевизору, слышите по радио. Что такое протокольное интервью? Кто догадается? Да, это именно официальные какие-то вопросы, как правило, согласованные вопросы. Тут, в принципе, со стороны журналиста, вот честно говоря, творчества нет никакого. Вот его задача задать вот эти вот согласованные вопросы, получить ответы и четко их
донести аудитории. Но это обычно жизненно важные вопросы. Ну, например, повысятся ли пенсии там, в 2022 году? Или там, будет ли налог на вклады банковские с такого-то года? То есть вам нужно получить абсолютно точный ответ, ничего не перепутать. Вот это задача журналиста. Здесь самое страшное – это что-то перепутать и в чем-то ошибиться. Вот этого делать нельзя. Но творчества тут нет. Но культура обычно имеет дело с другими интервью. Ну, как минимум, это информационное интервью. Что такое информационное интервью? Кто может догадаться? Да, но она не совсем протокольная. То есть ну, вот не настолько она официальна, не настолько она вот прямо, знаете, сформулирована вот от А до Я. Это немножечко более что-то такое развернутое, немножечко с интерпретациями, где-то даже может быть что-то субъективное, но тем не менее задача именно получить информацию. В принципе, в культуре такая информация тоже возможна. Ну, например, мы можем проинтервьюировать Александра Сергеевича Соколова, ректор консерватории, и, например, спросить у него, будет ли переименован теоретико-композиторский факультет. А вот Ярослава, как он сейчас называется? Научно-композиторский. А он вот в мои времена назывался теоретико-композиторский. По-моему, потом он назывался еще как-то историка. Да, Евгений рассказывал, что историка, теоретико-композиторский. Ну вот я училась точно на теоретико-композиторском. И это важный момент, на самом деле, это же не просто название. Это вопрос такой, вот нужно ли теоретиков, историков и композиторов учить одинаково? Ну, не совсем по всем предметам, но по многим теоретическим, историческим дисциплинам. Вопрос такой принципиальный. То их учили вместе, то врозь и так далее. На самом деле, ну, честно говоря, вот для меня как историка много предметов было лишних. А зато много чего не хватило. Вот я могла бы поговорить с Александром Сергеевичем на эту тему. Это вопрос такой интересный. Это культура, и это вопрос... Или Урина мы спрашиваем. Например, как будут продаваться билеты в Большой театр? По паспорту или не по паспорту? Вопрос принципиальный, важный, важный, но не для 100% населения, как с пенсиями там, или банковскими вкладами. Да, для той части там, 5%, которые ходят в Большой театр, но все-таки это уже какая-то массовая аудитория. Вот это и есть информационное интервью. В информационном интервью, как вам кажется, что важнее, вопрос или ответ? Как и в протокольном. Конечно, ответ, самый главный ответ. Вы вопрос можете сформулировать в принципе как угодно. Порой формулируют даже очень косноязычно коллеги, потому что главное получить ответ. Вот. Поэтому, собственно, мы просто человека, которого спрашиваем, мы его наталкиваем на эту тему. Это даже не вопрос как таковой, а это мы ему задаем тему, причем все это заранее известно. Это, как правило, какая-то пресс-конференция на какую-то очень важную тему, которая волнует все-таки ну, не одного человека и даже не тысячу человек, гораздо больше. Третья разновидность интервью – это интервью-портрет. Это ну, вот то, что мы видим, ну, скажем, там, в каких журналах. Ну, вот, допустим, мне на ум сразу приходит «Музыкальная жизнь». Да? Как правило, обязательно в каждом номере есть интервью-портрет. Во многих глянцевых журналах такие вещи есть. Если вы летаете самолетами, неважно чего, Аэрофлота, не Аэрофлота, вот толстые журналы там видели, в спинке сиденья всегда есть, вы открываете, ну вот, может ли быть такое, чтобы там не было интервью-портрет? Обязательно будет, правда? А почему? Чем это интересно? Как вам кажется, что такого? Более подробно и речь, разговор более подробный, и, конечно, там всегда больше иллюстраций. Как правило, это больше, чем одна. То есть очень часто ну, такие глянцевые журналы стараются, например, героя показать в интерьере, допустим, его загородного дома. То есть показать его в таком контексте, который сам о нем что-то тоже расскажет. Не только то, что он говорит. То есть это такая, ну, такая немножечко светская история,
Вот я, допустим, последнее, что я делала интервью, портрет Башмета. Очередной его юбилей был, по-моему, в прошлом году. Вот. И, конечно, там было очень много личного. То есть в интервью-портрете вот обойтись совсем только, там, не знаю, ну если это музыкант, вот только вот как он там начал учиться, какие у него инструменты, там гастроли и прочее-прочее, ну вот это будет точно чего-то не хватать. Все-таки метраж большой, и обязательно что-то будет личное. Ну не обязательно совсем интимное, но все-таки какие-то подробности будут. Допустим, вот я у Башмета спросила, вот как он любит день рождения проводить. Выяснилось, что отмечать просто так он никак не любит. Он только вот на сцене должен быть с публикой. Вот тогда это день рождения. А если это не так, то это вообще не день рождения. Ну, для него это вот так. И сейчас очень, конечно, популярны разнообразные проблемные интервью, дискуссии, круглые столы. Называется все это по-разному. Но, тем не менее, это вот когда присутствует не один интервьюер и его визави, а целая группа лиц. Но на телеканале «Культура», допустим, есть такая программа «Наблюдатель». Вот. Мы сейчас будем говорить немножко о том, что вот Андрей Максимов делает, как один из самых известных, самых видных таких интервьюеров. В том числе и он это ведет, там Фёкла Толстая. Понимаете, бывают разные диспозиции. Бывает один человек ведущий, и у него несколько гостей. Бывает наоборот. Несколько журналистов и один человек, которого они разминают. Это бывает реже. Но я помню, вот первое такое было на советском телевидении еще. Маргарет Тэтчер приехала, и три журналиста разных каналов ее, так сказать, разминали с разных сторон. Это было так удивительно. А сейчас вот очень часто так делают. Ну, недавно, да, все наверняка видели, когда к Лукашенко приехали три или четыре даже, по-моему, наших журналистов, вот ведущих каналов, да, первого, второго, по-моему, был, да, Роман Бабаян, это ТВЦ. И вот они одного интервьюируемого, вот этого визави, вот Александра Лукашенко, они допрашивали каждый со своей стороны. Вот такое бывает, но реже. Чаще все-таки один ведущий и несколько гостей. Делается это для чего? Чтобы вот, как Михаил Сергеевич Горбачев говорил, выяснить какой-то плюрализм мнений, чтобы был. То есть разные мнения по одному и тому же вопросу. При этом, как вам кажется, что в портретном интервью, что вот в этой дискуссии, проходите, пожалуйста, поближе, садитесь, насколько важны мысли, мнения, вообще позиция самого журналиста? Или важны только ответы? Вот мы выясняли, что в протокольном и в информационном интервью нам важны только ответы. В принципе, вопрос только как заданная тема. А вот если мы говорим о портрете, интервью-портрете, о дискуссии, о круглом столе, насколько важно то, что думает сам журналист, его позиция? Вот, допустим, интервью в виде, не совсем интервью, это круглый стол, дискуссия, да? Несколько гостей, один ведущий. Важно ли, на ваш взгляд, то, что думает по поводу, обсуждаемому поводу или по теме сам ведущий, сам журналист. Важно ли это? Или это не важно? Я думаю, что важно, он же выступает. Безусловно, это важно, и в портретном интервью тоже. И вот мы сейчас скоро увидим некоторые мнения таких известных людей по поводу интервью, вы поймете, насколько для них важно, вот что за человек перед ними. Вот не просто некий журналист с диктофоном, который задает вопрос. Это не совсем так. Иногда бывает в передачах, когда журналист имеет имеет свое мнение и очень четкое о какой-то проблеме, то вместо того, чтобы слушать гостей, которых он позвал, он иногда начинает забивать своим мнением, то есть мы слушаем его, по-хорошему мы уже приходим послушать тех, кого он позвал, то есть он модератор же. Именно, вот я хотела сказать слово «модератор», это, в общем, несколько иная функция, если он не просто журналист, он действительно вот этот разводящий, а разводящий, это как тамада во время застолья, тамада должен прямо
вот так смотреть, кто заскучал. Это модель не просто человек, который говорит, давайте дадим кому слово, вот помощнику по воспитательной работе. А я смотрю, ага, вот девушка сидит, уткнулась в телефон, значит, срочно надо ее оттуда вытащить и дать ей слово. Вот, понимаете, модератор – это психолог, это не просто журналист, это очень тонкая вещь. Конечно, он не должен собой забивать, безусловно. Если он собой забьет, тогда спрашивается, а зачем он позвал людей? Это очень плохо, это в общем, ну, профессиональный косяк, вот если так сказать, откровенно. Так, мы сейчас посмотрим Губермана. Помните такого поэта? Возможно, молодые люди такого и не помнят человека. Это такой поэт-сатирик. Он потом переехал в Израиль, он очень остроумный, в том числе у него есть замечательное качество, которое я очень люблю, называется оно самоирония. Вот люди, которые могут над собой подтрунивать, смеяться, мне кажется, это ну, люди очень умные и, в общем, очень симпатичные. Вот. Он немножко бывает жестковат, но была такая программа на ТВ-центре «Ночной полет», может, кто-то помнит. Не помните такую программу? Вел ее Андрей Максимов. Максимова, наверное, все знают или нет? Тоже не все знают. Ну и тем более вам будет интересно познакомиться. Это один из наших, в общем, ну, самых крутых, я бы сказала, интервьюеров на телевидении. Он как раз ведет в том числе программу «Наблюдатель», а сейчас он вообще основал свою школу психофизиологии, по-моему, так она называется, потому что у него очень любопытные вообще лекции на тему какой-то психологии общения. Общение очень разного. И как журналист с интервьюируемым, и родители с детьми. Одним словом, он, ну, он довольно парадоксально мыслящий человек, вот этим, собственно, он и интересен. Даже если вы с ним вообще не согласны, я думаю, вам будет любопытен он. Мы его посмотрим, что он думает об общении сразу после кусочка программы. Давайте ее посмотрим. Круто! Канал «Культура. Ночной полет», ведущий Андрей Максимов. Громче, тише. «Вечерний звон». Так называется цикл концертов, который провел в нашей стране замечательный поэт Игорь Губерман. Добрый вечер. Здрасте. «Вечерний звон» — это же ведь не музыкальное словосочетание, а такое философское. Потому что «Вечерний звон», как много дум, наводит он. Ну да, это в одном смысле. А с другой стороны, «Вечерний звон» — это такой старческий трёп. То же самое и звон, и вечерний, потому что после заката. Поскольку я готовил вопрос по поводу первой интерпретации, я попробую его на это вам все-таки задать. О чем сегодня самое главное ваше думы? Ну, вы знаете, вы как-то полагаете, что у меня есть какие-то думы, уж такие. Вечерний звон. Да, но он мне дум не наводит. У меня в последнее время думы очень разбросаны, потому что, знаете, я последний год сильно болел. Глупо рассказывать об этом по телевидению, но я действительно весь год писал всякие печальные стишки, ну и в частности про болезнь. Один стих не могу не прочитать, такой он печалистый и жалостливый. Ручки-ножки похудели, все обвисло в талии и болтаются на теле микрогениталии. Вот такие вот печальные стишки. Скажите, всегда вот готовишь вопросы вам, потом вы прочитаете какое-то стихотворение, и все сразу... Все же очень просто. Андрей Милов, я сейчас посмотрел, я у вас 1732-й. Я представляю себе, сколько у вас все спуталось от нас. Нет, ничего не спуталось, наоборот, чем больше эфиров, тем интереснее все это делать. А смотрите, я вас хотел вот о чем. Я прочел, готовясь к беседе, в одном из ваших интервью, что ваше утро начинается с того, что вы там пьете кофе, я не знаю, что там делаете, потом вы читаете разные книжки, хотите там найти какую-нибудь мысль, вы ее находите и пишете гарик из нее, правильно? Так бывает, конечно. А в чем тогда смысл гариков, если это... Гарики – это его стишки, он так называет, он Игорь. Ну, во-первых, батенька, вы слишком буквально прочли мою сердечную признание. Я хотел, чтобы вы должны меня опровергнуть. Я очень редко ворую чужие мысли, я на самом деле изобретаю собственные и их рифмую. Но иногда просто нельзя не украсть. Вот знаете, в Москве живет необыкновенного таланта автор афоризмов. Борис Крутиер такой. Необыкновенного таланта человека. Я думаю, что это уровень ежелеца. Ну вот он, например, сказал, знаете, как про семейную жизнь? Не требует жены больше, чем ты можешь. Ну согласитесь, что это настоящая, так сказать, вот находка. Вот такого уровня автор. И я у него, прочтя тысячи его афоризмов,
уже украл 3 или 4 мысли, причем я ему признался, что я их украл, зарифмовал, чтобы они спрятались. Щеточку из рифмы были незаметны. Он сказал, ради бога, я, так сказать, вот сочиню еще. А так, в общем, я придумаю сам. Я на самом деле хотел, чтобы вы это сказали, потому что не я один прочел это ваше. Чтобы все люди знали, что это некоторая гипербола, так сказать. Если все мои слова читатели воспринимали бы всерьез, это было бы кошмар. Того, конечно, как бы к вам таким уважением относятся. В связи с этим, опять-таки, сейчас, так сказать, вы мне скажете, всерьез это или нет. Вы сказали, что вы, став старше, не стали мудрее. Я даже умнее не стал, не только мудрее не стал. То есть процесс, скажем так, взросления не предполагает процесс умнения? Человек может становиться все взрослее и взрослее, но при этом не становится умнее? Вы знаете, я сошлюсь тогда сейчас не на свой опыт и не на свое это самое, а на прочтенное. Я как-то прочел, кстати, в книжке «Вечерний звон», об этом довольно много, в книге воспоминаний. Я прочел толстенную книгу, которая называется «Психология старости». И мы всегда полагали, что старики, они умнеют, и как-то много об этом поговорок, пословиц. Так вот, там фиксация профессиональных врачей, что у пожилых людей они не находили никакого уровня, никаких примет повышения ума, интеллекта, находчивости, сообразительности, в общем, всех тех параметров, которые сокращенно называются мудростью. Я когда вас спросил, не стали ли вы мудрее, вы скажете, что вы даже умнее не стали. А чем отличается мудрость от ума? Сложно вы мне вопросы задаете, я бы снова вам подготовился. Я думаю, что кто-то правильно сказал, я скажу очень приблизительно, умный человек, он разрешает различные проблемы, которые он сам себе навратил. Мудрый не создает этих проблем. Здорово. Интересно было? Можете сказать, какую фамилию? Кого? Андрея Максимова? Нет. Или Игоря Губермана? Игорь Губерман, да, у меня есть его книжка. Книжка, она называется «Гарики на каждый день». Он пишет такие небольшие стихи, но не такие, не одностишие, как Вишневский, а такие 4-стишие, очень остроумные. И, как вы видите, человек самоироничный. Что вы узнали о нем? Вот вы его, я так понимаю, не знали большинство. Может быть, вы знали? Я знаю. Вы знаете, да, ну люди чуть-чуть старше знают. Человек немножко зацикленный на никотине, но, может быть, возраст, может быть, какие-то жизненные перипетии, но Максимов злой зло. Да? Цепки, парки. Ну, что была импровизация, получается, да? Максимов. Безусловно. Но в интервью невозможно все прописать, кроме, конечно, протокольных каких-то вещей. Но, конечно, всегда у вас есть, ну, как готовишься даже к большому интервью, ты как бы стараешься изучить этого героя, насколько это возможно. Он, может быть, кто-то из вас сейчас смотрит с Борисом Корчевником «Судьба человека» по Второму каналу. Попадается вам такая программа? Но это наиболее подготовленный человек, например, вот если он там, я не знаю, встречается с какой-нибудь там, не знаю, Ириной Алферовой, он может даже достать газету там, не знаю, 75-го года, в которой, например, она впервые там с бантиками там, на стульчике стояла, там какой-то стишок читала. Он достает какие-то вещи, если кто-то там служил в армии, он банку тушенки принесет. Вот это вы любили? И человек прям потрясается. Или какие-то фотографии там из семейного альбома. То есть он реально очень подготовленный человек. И это такой очень обстоятельный часовой разговор с героем. И он интересен именно потому, что очень готов интервьюер. И, ну, к тому же у него вообще хороший бэкграунд. Его мама является директором музея МХТ, поэтому, ну, человек, он не случайный вообще в профессии. И он, конечно, со многими артистами, там, с кем он встречается, он вообще знаком, так или иначе, через маму или в какой-то там тусовке с ним встречался. Но это редкость, это редкость. Вот. А у Максимова другой подход. Он хороший психолог. Вот сейчас вы поймете, потому что я хочу вам показать. Максимов вот свои лекции сейчас читает. Это для него, мне кажется, стало уже важнее, чем работа на телевидении. Вот. Вот он, например, говорит об ошибках общения. Мне кажется, это всем интересно, даже тем, кто не собирается. Сейчас я погружу. Одни, заходя в помещение, говорят: «Здравствуйте, это я». А другие, заходя в помещение, говорят: «Здравствуйте, это вы». Вот человек, который хочет получить информацию от другого человека, он должен сходить словами: «Здравствуйте, это вы». Если вы посмотрите интервью многочисленные, которые берутся на телевидениях,
то вы увидите, что крайне редко, почти никогда, человек, который берет интервью, не рассказывает о себе. Почти всегда на себе рассказывает. Почти все время. Потому что потребность высказаться, обусловленная потребностью ощутить себя в центре мира, она огромна, она очень значительна, она очень важна для человека. Эта потребность есть у вас тоже. Поэтому очень часто, общаясь с человеком, мы доносим до него доносим до него себя, вместо того, чтобы попытаться понять его. Мы выходим в мир для того, чтобы заявить миру о том, какие мы. А если мы хотим получить информацию от мира, мы должны выходить в мир для того, чтобы узнать, какой он. Именно поэтому очень важная вещь, когда мы говорим с вами, что интервью бытовой жизни, это обмен информацией, информация – это новость. Новость – это то, чего вы не знаете. Значит, когда вы идете к человеку получать от него информацию, вы должны у него узнать то, чего вы не знаете, а не подтвердить то, что вы знаете и так. Очень часто, разговаривая с людьми, мы подтверждаем то, что мы знаем и так, вместо того, чтобы узнать то, чего мы не знаем. Вот я не знаю, как вы сейчас, в каком состоянии вы пришли сейчас сюда, мы сейчас это выясним по ходу дела, но если вы пришли за подтверждением каких-то ваших выводов, вы всегда эти подтверждения найдете. Если вы пришли за новостью, за тем, чего вы не знаете, вы обязательно узнаете что-то новое. При этом каждый узнает свое. Надо сказать, что в голове человека, по наблюдению человека по фамилии Оррер, такой есть психолог, живут как бы два существа, думающие и доказывающие. У них очень интересные взаимоотношения. У них взаимоотношения такие: о чем бы думающий ни подумал, доказывающий это обязательно докажет. Другими словами, нет ничего такого, чего человек не мог бы сам себе доказать. Если вы хотите доказать сами себе, что все, что я говорю, ужасно интересно, важно, нужно вам, что это в конечном итоге повлияет на вашу жизнь, вы найдете миллион аргументов, что это так. Если вы хотите доказать себе, что все, что я говорю, все это ерунда, и никому не надо, найдете миллион аргументов, что это так. На этом основаны все проблемы, все конфликты в русской литературе и в мировой. Анна Каренина находит миллион доказательств того, что ей не верен Вронский. Он ей верен, он ее любит. Но она находит миллион доказательств этому, и чем дело кончается, известно. Отелло находит миллион доказательств тому, что ему изменила его замечательная супруга. Люди, которые считают Гамлета сумасшедшим, находят миллион доказательств, что он сумасшедший. Люди, которые считают его замечательным, находят, что он замечательный. То есть все, что вы хотите себе доказать, вы докажете. Это очень важно понимать. По этому поводу, если вам будет интересно, мы поговорим про то, что когда мы принимаем решения, когда мы беседуем сами с собой, это отдельная тема, как брать интервью самого себя, когда мы принимаем решения, надо ориентироваться не на разум, а на чувства. Потому что в чувствах доказывающего нет. И мы это очень хорошо знаем. Если вам понравился человек, вот условно говоря, женщина полюбила женатого. Вот все ее аргументы говорят, что это не надо делать. Но она ничего не может сделать с чувством, потому что чувство доказывающее, полюбила и все. Человеку хочется зимой купаться в море. Есть огромное количество аргументов, что это не надо делать, но ему хочется. Если ему хочется, он это сделает. Поэтому, когда вы берете брать интервью, если вы включаете желание доказать что-то, мы пришли к человеку доказать, что он дурак. Вы пришли к женщине доказать, что вы очень умный. Вы обязательно это для себя докажете, но вы не получите никакой информации. Потому что вас доказывающий будет все время вам кидать аргументы вот, про то, что вы хотите доказать. А если вы хотите получить информацию, вы должны быть открытым, как абсолютно как белый лист. Узнали ли вы что-то новое от него сейчас? А мне кажется, сейчас каждый себя проверяет. Вот. Действительно, это очень интересно. Я, например, могу, конечно, подписаться вот, в том, что в действительности в тебе сидят два человека. И если надо принять решение, вот он говорит, довериться чувству. Это, конечно, спорно, но он прав в том, что очень часто голова принимает не то решение, как ни странно.
То есть ты можешь себя уговорить что-то сделать, потом выясняется, что все-таки... Ну, вы можете себя уговорить, что человек вам не понравился с первого взгляда, но можете себя уговорить, что все-таки он и такой, и такой, и такой. Но выясняется, что ваш первый взгляд, вот это первое чувство, вот у меня это всегда бывало, все равно правильно. Нет? Есть такое? Ну, подумайте об этом. Я хотела бы вот что узнать у вас. Вот Максимов, он теоретик, и вот он практик. Как вам кажется, вот в своей практике он, ну, выполняет свои же собственные предписания, теории, или все-таки нет? Вот вспомните, у него еще была программа со Жванецким, «Дежурный по стране». Может быть, кто-то помнит такую передачу? Кто такой Жванецкий, знаете? Вот. А? Да. Сейчас уже не он ведет. Но это была любопытная очень передача. Они сидели где-то в ГУМе, по-моему, да? Стас, они, значит, они шли. Это было очень смешно, потому что Жванецкий очень маленький, Максимов совершенно огромный. И вот они шли, и вот этот маленький человек, и вот этот большой, он наклонялся к нему. У них была такая проходка, снятая по Красной площади. И потом они шли, садились и с аудиторией разговаривали. В общем, ну, программу, которую придумал Максимов, потому что «Дежурный по стране» — это была рубрика «В ночном полете», вот где как раз сидит Губерман. На самом деле это или программа «Времечко», что-то там это было. И потом она вылилась вот в отдельный проект. И, конечно, ну, он молодец, что он умудряется жанр интервью вот все время облачать в какие-то разные одежды. Это все время разное. Наблюдатель — это одно, там, ночной полет — это другое, а «Дежурный по стране» — совершенно третье. То есть Жванецкий был как бы в ответе за все, что происходит. То есть люди ему задавали самые животрепещущие вопросы. И Максимов это очень так ловко направлял. Но все-таки, как вам кажется, вот теория и практика у него в ладах, или все-таки, ну, теорию он очень красиво все раскладывает, а жизнью все равно немножко все, как вот Яся сказала, импровизированно происходит. Как вам? Да? Ну, это по аргументу его слышно, право, то, что жена выбилась, женщина выбила женатого, и ей разум сказала, что не надо, что-то сказали, не надо, и она пошла к этому женатому. Мне кажется, это настолько высыпается аргумент, потому что не на все нужно реагировать, как на веление сердца, и это все можно реагировать. Иначе можно тогда таких вдруг ломать. Все объясняет тем, что это мое чувство, думаю, сердце подсказало. Да, у каждого человека разные нормы, морали, у каждого свои. Иначе мне кажется, навязывать кому-то вот такое сделать. Ой, сейчас не могу. Вот почему долго очень загружается, сейчас он загрузится через минуту. Да, я просто хотела сейчас вам дать еще один пример, уже радиоинтервью. Собственно, я лично вот всю жизнь работаю на радио. Так, вот давайте послушаем, значит, Варвару Мягкову, кто знает, пианистку. Ну, дело в том, что, значит, смотрите, Варвара Мягкова, девушка не такая уж прям совсем юная, но парадокс в том, что она именно в прошлом сезоне прям взлетела. Она взлетела до такой степени, что ее большинство моих коллег назвали открытием сезона, вот прошлого именно. Ну, вот сейчас был у нас опрос, чат критиков, да, был. Вот, она, у нее, по-моему, дети там, в общем, она занималась какой-то своей семейной жизнью. Это такая удивительная карьера, очень нетривиальная, и она как бы поздно появилась, но от этого она уже появилась как очень такая, ну, как вам сказать, такая состоявшаяся личность. И в этом тоже парадоксальность. Ну, у всех свои пути, понимаете, ну вот у нее вот такой путь, ее все очень отметили, и вот ее пригласил Йоси Таур в свой эфир. Ну, он, естественно, ведет немножко в другом стиле, то есть более таком, я бы сказала, традиционном. Вот. Мне просто интересно ваше мнение, насколько вам это вообще интересно. Тавор в мажоре. Самые яркие и самые важные события. Окружающий мир глазами Йоси Тавора и его гостей. Радио Орфей.
Уже в ближайшее время в Международно-Московском доме музыки состоится концерт замечательной пианистки Варвары Мягковой. И сегодня Варвара – гость нашей программы. Мне очень приятно вас видеть здесь. Здравствуйте. Я вас слышал, кстати, в концерте в удивительном зале галереи «Нико». Это было действительно в какой-то мере прозрение или, так сказать, неожиданный шок для меня, потому что я не был готов к такому количеству энергии фортепианной, которую вы изложили в этом зале. И хотя мой товарищ Борис Березовский предупредил меня, что ты идешь слушать очень необычную пианистку, тем не менее было действительно очень-очень-очень радостно, потому что открыть нового пианиста – это всегда очень приятно. Но не только я открыл вас, вас фактически открыла вся музыкальная общественность. Вы очень долго не были на первом плане. Почему? Вы знаете, столько много слов сказано, я даже теряюсь. Но для меня вообще все, что произошло, это, конечно, потрясение, это как минимум. И это, конечно, было несколько неожиданно все. И то, что меня поддержало столько музыкантов и, в общем-то, любимейших мною музыкантов, и очень дорогих для меня людей, именно в профессиональной сфере, к которым я ходила на концерт, к которым я заслушивалась, которых я искренне обожала и уважала. И вдруг, знаете, вот какой-то такой вот поворот событий. И, кстати, в галерее «Нико» это был фактически, ну, можно сказать, первый мой реситал за много-много-много лет. Это было крайне волнительно, особенно в такой аудитории. У меня родители художники, и вы сами понимаете, вот эта обстановка и картины, и, то есть это все мне очень знакомо, это все для меня очень живо. И люди, которые присутствовали, они мне, в общем-то, в каком-то смысле родные. Я имею в виду не смысл того, что мы долго были знакомы, но для меня это была атмосфера максимально праздничная, совершенно удивительная. И я очень этому благодарна. Почему вышло так поздно? Я думаю, что есть ряд музыкантов, которые очень быстро формируются и психологически, и профессионально. Есть те, кто медленнее дозревает, грубо говоря. Я думаю, что я просто как раз из тех людей, из тех пианистов, которые в каком-то смысле вынашивают, наверное, свою профессию. Вдобавок, вы знаете, все-таки период 90-х годов, он даром мало кому обошелся, потому что переход на новую платформу, когда сначала государство обожает, а музыканта его двигает, а потом музыкант остается просто сам по себе, и выясняется, что нужно просто ходить, ездить на конкурсы, да, вот это все. Это как-то кто-то успел вот сесть в этот поезд, понять, сразу все сообразить. А у нас как-то вот мой профессор, я имею в виду не консерваторский, а школьный именно, мы все-таки... Кто это? Елена Сергеевна Пришкевич. Замечательнейший музыкант, фантастически играющий на инструменте. И, в общем-то, у нас никогда не было такой вот горячки конкурсной. Понимание того, что вот надо прям обязательно на конкурсы ехать. Видимо, я опустила этот момент, и когда вот пришло время... Ну, понятно примерно. А? Да, вот, видите. Да, вот я специально вам вот маленькую. Да? А, скажите, что было интереснее, Губерман или вот Варвара Мягкова? Мне Мягкова больше. Да? У нас Губерман как-то острее. Мне очень понравилось. Такая искаметная импровизация такая была. Меня только в этой программе удивило, я довольно большой кусок послушала, но там нет музыки. И вот лично, если бы я знакомила вот с такой пианисткой, которую мало кто знает, ну что такое галерея «Нико»? Это примерно вот такое помещение, чтобы вы себе представили, ну чуть больше, может. Ну хорошо, ну там, ну 150 человек, ну 200. Все, ну это же, считайте, что почти ничего. Но зато пришли какие-то критики, они ее стали раскручивать. Но в целом это человек неизвестный. Конечно, я бы дала прежде всего ее послушать. Вот, ну, вот это мое мнение. Тем не менее, я сейчас хочу вам дать послушать, что думает сам Йоси Тавор. Я его лично записала. Вообще о том, как разговаривать с людьми. Вот его мнение.
Во-первых, вы его сейчас увидите, как он выглядит. Ну, я беседую с одним из асов, мастеров радио это и телевизионного жанра интервью, Йоси Тавором. И хотела бы поинтересоваться, вот, Йоси, на ваш взгляд, что самое главное, какие бы вы акценты здесь поставили для интервью? Для интервью я бы поставил интерес к тому, что рассказывают. Интерес действительный, настоящий, неподдельный, внимательно смотреть в глаза своему собеседнику. И, может быть, даже иногда не готовить вопросы заранее, а знать, о чем вы будете говорить в общих чертах. И внимательно вслушиваться в то, что говорит вам ваш собеседник. Пожалуй, я бы назвал это самым главным. Потому что тогда вы можете и разговорить человека, когда он чувствует неподдельный интерес к тому, что он рассказывает. Я думаю, что это одна из основных задач интервьюера – слушать внимательно, что он говорит, и думать не о себе, не о своем следующем вопросе, а о том, что говорит ваш собеседник. Второе – то, что для меня, например, и я считаю, что это важно лично мне – любить своего собеседника. Да, я приглашаю только людей, которых я люблю и ценю. Молодых, более старшего возраста, совсем пожилых, любить их. Может быть, это черта моего характера. Я вижу всегда больше половину стакана наполненную, нежели пустую. Я люблю своих собеседников, и это чувствуется. Они для меня все талантливые, куда более талантливы, чем я. Спасибо. Ну вот такие, ну, видимо, так оно и есть, да? Йоси Тавор, чтобы вы знали, это вообще человек, который работал в израильском посольстве, у него два гражданства. И я с ним познакомилась благодаря Варгавтику в начале 2000-х годов. Он открывал наш цикл программ «Спорная музыка» на «Маяке» тогда. Он был культурным атташе израильского посольства. Он человек, конечно, очень большой эрудиции, просто вот громадный. И он сам как эксперт просто очень интересен. И мне кажется, что вот лично мне он гораздо интересен именно как эксперт, как человек, которого, наоборот, я могу проинтервьюировать, нежели как интервьюер сам. Но... Ну, о себе, да. Ну, мне интереснее не... Для собеседника очень... Ну, разговаривают как раз. Ну, да. Образом. Еще маленький фрагмент хочу вам показать. Еще другой, третий вариант. Есть такая Ирина Никитина, я думаю, что вы ее все хорошо знаете, которая ведет программу «Энигма». Она в Петербурге. Она вообще дочь очень известного виолончелиста, который недавно скончался. Анатолий, по-моему, Павлович Никитин. Он как бы вообще родоначальник виолончельной петербургской школы. Вот. Это его дочка, она занимается «Олимпом» проектом. Вот. И у нее вот этот проект «Энигма», конечно, очень интересный. Она берет таких людей, что, ну, вообще суперзвезд мира музыкантов. Вот в данном случае вы сейчас увидите, она взяла не кого-нибудь, а Пласидо Доминго. Это просто заставка, я чуть-чуть подальше. Сегодня у нас состоится здесь встреча. Вот, знаете? Пласидо Доминго – это его конкурс «Опирали», который он в каком-то театре проводил, вот она его там поймала. Она то с директором Карнеги Холла, ну, в общем, она таких людей выискивает, я не знаю, как она их достает, и это, конечно, потрясающе. Пласидо Доминго, Пласидо Доминго, как вас только не называли, железный человек оперы, король оперы, но для меня вы человек, который черпает энергию из любви, потому что все, что вы делаете с любовью, со страстью. Я бы хотела поговорить прежде всего о том, чем живет Пласидо Доминго сегодня, как на протяжении многих лет ваша энергия делает людей вокруг вас счастливыми. Мне кажется, что сегодня я тот же человек, что и много лет назад, когда только начинал. Ведь я провел в театре всю свою жизнь.
Мои родители исполняли сарсуэл, испанскую оперетту, и я всегда был рядом на каждом представлении, даже если с утра нужно было идти в школу. Это была страсть. Страсть к музыке, страсть к театру, к тому, чтобы что-то постоянно организовывать. Сначала я учился на фортепиано и не знал, что у меня есть голос. Потом, когда я понял, что могу петь, начал устраивать по понедельникам раз в неделю концерты на дому у друга, у которого была огромная гостиная. Собирал отовсюду певцов, музыкантов, сам приходил с пачкой нот, играл на фортепиано, пел, всеми руководил. Собирать людей всегда было моей страстью. У нас была своя футбольная команда, и бейсбольная тоже была. С утра я просыпался, первым выбегал из дома, куда-то несся, стучал в двери своих товарищей, которые еще спали, кричал: «Просыпайтесь, у нас сегодня игра или у нас сегодня тренировка». Я такой и сейчас. Во мне живет та же страсть. Никуда не делась. Например, в детстве я пел в хоре у моих родителей. У них был небольшой театрик со своим оркестром, где исполняли сарсуэл. Так вот, я не только пел, но и аккомпанировал на фортепиано при необходимости и мог, если надо, заменить дирижера на репетиции. Для меня это была не работа, а счастье. Так же и сегодня. Здесь, на опералии, я участвую во всех прослушиваниях. Не могу по-другому. Я всегда у фортепиано, рядом с пианистом. Слушаю, делаю замечания, одновременно готовлюсь дирижировать. Если есть ошибка, сразу ее разбираю. Для меня это счастье. Так, я думаю, мы на этом прервемся. Скажите, узнали ли вы что-то новое о Пласидо Доминго? Ну, наверное, не стоит говорить, что это было до вот этого секс-скандала дурацкого, когда Пласидо обвинили там в каких-то домогательствах. Естественно, эта программа была до того. Что-то новое вы о нем узнали вот из этой программы, вот из этого фрагмента? Конечно. А что именно? Вот, девочки. А? Очень удивительно, когда состоявшийся артист, человек, он так трепетно относится, можно сказать, к новичкам, вот, не знаю, индустрии, музыкальным. Вот, когда он, наверное, каждый послушивает, приходит, помогает, там, дает какие-то советы. То есть, казалось бы, ты состоявшийся, ты уже можешь посвятить всего себя себе, а ты все равно другим себя отдаешь. Для меня это очень необычно, наверное. Еще человек в своем возрасте таком уже. Да, когда ты уже возраст, ты энергичен, полон сил. Угу. И счастливый. Это означало все время, что он был счастливый. И занимается тем, что приносит ему это счастье. Ну, у него мама какая красивая, да? То есть он вообще прям обласканный. Ну да. Согласна. Кто-то еще что-то хочет добавить? Потому что мы сейчас переходим на другую сторону баррикад. Вот смотрите, у нас две девочки сидят, как раз будущие пиарщицы. Да? Я предусмотрю программ. Ну, вы пиарщица. Ну вот. И как раз мне было очень интересно узнать, какие есть замечания и претензии у людей, которых интервьюируют, к интервьюерам, к журналистам. И прежде всего попалась мне как раз такая страничка от пиарщиков. Знаете, какие у них претензии? Как вы думаете, вот какая первая претензия? Вот что им не нравится в журналистах? Причем они как раз не интервьюируемые, они те люди, которые, так сказать, продюсируют интервью. То есть пиарщик что? Он продвигает что-то или кого-то, какой-то проект и договаривается с журналистом. Что им не нравится в этих журналистах, как вам кажется? Еще? Журналисты ужасно неинтеллектуальные. Так. Их трудно затащить вообще куда-либо. Они такие все спонтанные, не знаешь, чего от них ждать. Так, какие еще есть варианты? Ну, я как бы не особо разбираюсь, но если смотреть интервью какие-то, не важно, там музыка, политика, блогеры,
очень многие журналисты позволяют себе резкие высказывания, какое-то хамское поведение. Мне кажется, это вообще недопустимо. Мне кажется, нужно в правилах журналиста писать, что не хамите. Такую клятву Гиппократа своего рода. Ну, да, наверное. Ну, знаете, на первом месте примерно то, что вы сказали, Ярослава, потому что на первом месте они, значит, эту претензию выдвинули, что журналисты ленивые. Ну, вот вы сказали, что их трудно куда-то затащить. Вот, наверное, это где-то близко, мне кажется, да? Во-вторых, вы правы, что они наглые и странно себя ведут. Ну, например, здесь предъявляются конкретные претензии, что они, им лень исправить ошибку. Они вот упорствуют в своих косяках, вот, например. Дальше. Вот есть такая претензия, забывают о креативности. Вот очень большая претензия, приходят неподготовленные. Вот, сейчас мы посмотрим интервью и... думают здесь только о деньгах. Есть даже такое, но я не знаю, честно говоря, вот в том кругу, где я вращаюсь, как-то это, ну, видимо, культура, это немножко все-таки другое. Мы как-то с деньгами не очень дружим вообще, в принципе. Вот. А, видимо, в каких-то других областях, там, особенно экономических, возможно, это очень правильная претензия. Мы сейчас посмотрим человека, которого, я думаю, вы все знаете, потому что он довольно молодой. Это балетный танцовщик Иван Васильев. Иван, вы любите вообще интервью? Интервью? Я люблю... Подождите, знаете Ваню? Это ужасный вопрос, мне кажется. А? Это ужасный вопрос. Типа, вы любите интервью? Нет, ну... Это я задаю вопрос. Нет, ну, понимаете, в чем дело? Вопрос, ну, что значит, он ужасный? Мне нужно было вообще понять, вот человек вообще... любит вот такой жанр, вот общаться, как интервьюируемый. Я задала специальный вопрос, это я его спрашиваю, именно специально записала к вашему, к сегодняшнему семинару. Да, чтобы понять, потому что, может быть, человек вообще не хочет общаться. Ведь есть люди, известные артисты, например, Святослав Рихтер вообще не давал интервью. И таких артистов очень даже много. Они вообще не хотят, в принципе, разговаривать. Вообще. Это от характера зависит. Поэтому я его и спросила сразу, он это любит. А я просто хочу, я почему остановила, я хочу узнать, вы вообще знаете, кто это такой? Да? Он был танцовщиком, премьером Большого театра, был в паре с Наташей Осиповой. Но они были во всех отношениях пара, сейчас уже нет. И потом там случился... ну, что-то там произошло, одним словом, в Большом театре, и они с Наташей уехали в Михайловский театр, в Петербург. И уже теперь он там, ну, конечно, не только там, он уже сам и ставит как хореограф. У него, конечно, ну, фантастический прыжок. Вот он Спартака танцует, Спартака, вообще, это редчайший случай, что человек вообще это может осилить. Это просто вот, ну, прям совсем штучные люди вообще в мире. Вот он, конечно, просто в этом смысле потрясающий. Общаться. Поэтому, если есть хорошие вопросы, с удовольствием на них отвечу. А скажите, пожалуйста, вы готовитесь когда-нибудь к каким-нибудь? Никогда. Никогда, нет. Если мне задают вопросы, мне всегда готовы ответы, потому что это моя жизнь, я всегда знаю, что я делаю в этой жизни. А вы больше любите общаться со знакомыми журналистами или с незнакомыми? Я люблю общаться с интересными людьми. Если есть интересные люди, есть интересные вопросы, то почему бы не пообщаться? Потому что в общении рождается всегда и истина, и даже люблю спорить очень. Потому что в спорах всегда очень интересно выслушать точку зрения другого человека и либо поделиться же своей. А какая область интересов журналистов вам также интересна? Вот когда вы сходитесь? У меня область интересов очень большая, поэтому можно говорить от политики до искусства и всякой ерунды. Что вас раздражает в интервьюере? Раздражает неподготовленность интервьюера, потому что если человек задает вопросы, на которые, в принципе, он перед тем, как брать интервью, должен был знать это, то это странно. И еще странно очень, когда приходится повторять по несколько раз одно и то же. То есть разным людям, да? Нет, одному и тому же человеку порой. Просто потому что он не понимает? Потому что он не доходит, да. Но скажите, вам все-таки интереснее разговаривать со специалистами, скажем, в области балета, или с людьми более широкого круга? Не имеет никакого отношения.
и вообще без разницы. Так, ну хорошо. И последний вопрос традиционный. Вы сейчас в Большом театре что делаете? Я приглашенный солист Большого театра. Приехал поддержать, в данный момент поддержать свою жену, которая будет участвовать во втором акте. И вот как-то так. Спасибо, Агат. Спасибо. Это была премьера одноактных балетов. Вот буквально сейчас, в начале сентября. Вот. А? Да, да. Что скажете? Да? Вот. Тот же примерно вопрос я задала тоже в Большом театре, немножко в другом здании и в другом месте. Генеральному директору Большого театра мне тоже было интересно, Владимиру Георгиевичу Урину, интересно было, насколько он любит общаться с людьми, потому что он, конечно, вынужден. Это безусловно. Он не может, как Рихтер, сказать, знаете, я никому интервью не дам и вообще разговаривать не хочу. Есть такие должности, на которых ты не имеешь права вообще не выносить какие-то информационные или даже какое-то свое мнение, информацию в аудиторию. Ты обязан это делать. Но мне было интересно узнать у него, как у человека, насколько ему это нравится или не нравится. Так, мы сейчас послушаем, наверное, номер один. Я его просто писала от звонка до звонка. Владимир Георгиевич, вас, наверное, неоднократно на дню просят об интервью. Во-первых, в каких случаях вы соглашаетесь? Ну, во-первых, я соглашаюсь в тех случаях, когда я вижу, кто просит интервью. И даже если я не знаю, кто меня это интервью берет, я пытаюсь получить максимальную информацию. Это первое. Второе, чрезвычайно важно, кого представляет это интервью. То есть в каком издании работает желающий взять у меня интервью. Поскольку у меня есть очень определенное отношение как к средствам массовой информации, так и к журнальным, газетным публикациям. И я просто очень хорошо имею свое отношение к этому. И издательство, которое, или средства массовой информации, которые тяготеют к желтизне, вот, я стараюсь интервью не давать. Поскольку все равно, так или иначе, они выдергивают фразы, затем из контекста ставят эти фразы в заголовок интервью, что не имеет никакого отношения к интервью как такового. Вот если говорить о сути интервью, то эта фраза, выдернутая из контекста, не является сутью интервью. Но тем не менее она является заголовком, что в первую очередь привлекает внимание тех, кто это делает. Очень люблю, когда те, кто берут интервью, являются людьми прежде всего профессиональными. Людьми, которые понимают и разбираются в предмете разговора. И тогда задают вопросы, которые становятся интересны, я надеюсь, и читателям, и слушателям, или зрителям, и мне тоже, потому что мне на такие вопросы чрезвычайно интересно отвечать. Если эти вопросы сводятся к вопросам, кто с кем спит, или а что со спекулянтами в Большом театре, и так далее, то мне такие интервью не интересны. Совершенно интересно. А бывает такие. И последнее, что самое главное. Знаете, есть люди, которые, беря интервью, даже записывая, не улавливают интонации смысла интервью. И когда они мне дают расшифровку, я поражаюсь, что я это говорил. Потому что я ничего подобного не говорил. Они расшифровали это так, да, естественно, с сокращением, да, что весь смысл того, что я говорил, уходит. И тогда я сажусь и начинаю переделывать интервью. Лично? Конечно, переписываю, да. Ну, мне иногда помогает пресс-секретарь, безусловно. Вот, мы часто эту работу делаем вместе, но просто садимся и переписываем это интервью, и говорю, больше
понимать смысла интервью. Поэтому это вообще такой очень важный интервью, это такой очень важный обоюдный процесс. И человек, который берет интервью, если он точно так же душевно не трудится над этим интервью, да, если он не включается в него, точно так же, как тот человек, который дает интервью, ничего хорошего из этого интервью никогда не получится. А очень часто тот, кто берет интервью, занимает такую позицию чуть-чуть, ну, я тут позадаю вопросы, вы ответьте мне на них. Это не так. И не бывает так, понимаете? Не бывает. Это взаимный процесс сотворчества. Интервью – это взаимный процесс сотворчества. Извините. Да. Да. Вот, вот так мы с ним несколько раз. Но, в принципе, он уже здесь все сказал. А что было здесь интересного? Что-то вы узнали об интервью, вообще как жанре нового от Владимира Георгиевича Урина? Поставил как раз важную вот эту проблему озвучил. Как раз между интервьюером и интервьюером должна быть вот именно взаимосвязь, и должен журналист быть подготовленный, знаток этого дела, чтобы его перефразировать. И, да, и вопрос задавать тот, который интересен человеку, который будет ему отвечать. Он просто как бы там, ну, что-то там свое личное выводит, потом понравится. Ну да, но безусловно, вот он говорит о каком типе интервью, как вы думаете? О протокольном, об информационном, о портретном. Скорее портретный. И я думаю, что большинство журналистов просят Владимира Георгиевича именно о таком интервью, большом, развернутом, где бы можно было с ним обменяться какими-то мнениями по каким-то существенным вопросам. Вот. А сейчас я вам предлагаю в завершении этой части нашей встречи сделать самим, ну, давайте мы решим, что мы сейчас сделаем. Круглый стол, может быть. Значит, я предлагаю тему следующую. Вот недавно был первый оргкомитет к 150-летию Рахманинова, который отмечается в 2023 году. На нем собрались, ну, министр культуры Ольга Любимая, просто там была. И, ну, вообще, это после вот сейчас 180-летия Чайковского, это самое крупное такое событие юбилейное, которое грядет, и к нему уже все готовятся и так далее. Выходили в эфир по телефону и всякие, ну, и по разным там каналам связи. Мацуев, находящийся где-то на гастролях, Гергиев, находящийся у себя в театре, Башмет, тоже где-то находящийся на гастролях. Вот, лично присутствовали Николай Луганский, Владимир Федосеев. Вот, остальные там были журналисты. Значит, у нас есть несколько вариантов. Вариант первый. У нас несколько героев и один журналист. Либо у нас несколько журналистов, которые будут задавать вопросы одному или двум героям. Мне кажется, второе нам сейчас более форматно, судя по наличию аудитории и по тем, кто пришел сегодня сюда. Я предлагаю в роли Рахманинова выступить Ярославе. А в роли министра культуры, наверное, вам, Ольге Борисовне Любимовой. Значит, смотрите, о чем там шла речь. Значит, к 150-летию, естественно, будут очень большие проекты. Будут там строить концертный зал в Ивановке. Ну, вы знаете, да, это имение Рахманинова в Тамбовской области, где очень активный директор Александр Ермаков. И очень это место притягательно для музыкантов. Прежде всего, туда прямо вкладывают, насколько я знаю, даже и свои личные средства Михаил Васильевич Плетнев и Николай Луганский, и не только. Туда и Мацуев, конечно, ездят, и, по-моему, Березовский. В общем, очень многие музыканты. Там уже сделали площадку Open Air, но пока нет закрытого концертного зала, об этом сейчас вот идет речь. Ну, во-вторых, конечно, уже записи очень многие выходят.
Ну, я думаю, надеюсь, что наши музыкальные театры поставят и оперы Рахманинова. Вот. Ну, наверное. Давайте мы пофантазируем. Во-первых, фестиваль имени Рахманинова проходит в Казани, у Сладковского. Он называется «Белая сирень». Потому что Рахманинов дважды был в Казани, очень этот город полюбил. И вот Сладковский, независимо ни от какого юбилея, уже ежегодно проводит этот фестиваль, на котором все те же Луганские, Мацуев там обязательно выступают. Вот. Вы можете фантазировать, придумывать любые проекты. А значит, вот эта часть зала, да, вот девочки и мальчики, будут задавать вам вопросы. Это будет что-то вроде пресс-конференции. Вот. При этом сам Сергей Васильевич, который, так сказать, Ярослава, сам Сергей Васильевич будет как-то на это реагировать. В основном Сергей Васильевич будет не информацию давать, а свою реакцию, свое мнение о том или об этом. Вы можете спрашивать его и о том, что было, не обязательно о том, что будет. Министр культуры может оценить вообще роль Рахманинова в нашей культуре. Стас, вы в какой будете группе? Вы можете стать Денисом Леонидовичем? Мацуевым, да. Нет, Рахманинов у нас уже есть. Денис Леонидович, он просто, он очень дружил с его потомками, как известно. Денис Мацуев, значит, арт-директор фонда Рахманинова. Ну и вообще там народный артист России и так далее. Понятно. Так, значит, я могу вступительное слово и потом передавать вам просто микрофон. Ну как бы. Итак, в 23-м году, буквально вот уже через 3 года, страна отметит 150-летие, ну и страна, и мир отметит 150-летие нашего выдающегося соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова, композитора, дирижера, пианиста. И вот сейчас у нас первая пресс-конференция, посвященная грядущим юбилейным торжествам, которые, безусловно, будут масштабными. И я рада вам представить вот наш президиум. Это Сергей Васильевич Рахманинов лично. А также министр культуры России Ольга Борисовна Любимова и Денис Леонидович Мацуев, который возглавляет, вернее, является арт-директором фонда имени Сергея Рахманинова. Спасибо, что вы нашли время прийти. У нас мало времени. Наши уважаемые гости очень заняты. Им надо уже идти готовиться. Поэтому, пожалуйста, очень кратко собрано, наши журналисты, представляйте сами, и какое издание вы представляете, пожалуйста. Задавайте ваш вопрос, желательно громко. Пожалуйста. Кому вопрос, как вас зовут? Ну, давайте, не стесняйтесь. Хорошо, пока вы думаете, Сергей Васильевич, вы давно не были на родине. Вот вы сейчас приехали. Как вам кажется, насколько ваша память достаточно увековечена? Интересны ли вам те залы, те фонды, те фестивали вашего имени, которые вот сейчас происходят и в Москве, и в Казани? Конечно, невероятно интересно и приятно вообще находиться в Рахманиновском корпусе Московской консерватории имени меня, рядом со своим бюстом. Это очень здорово. Наверное, единственное, что бы мне хотелось популяризировать, это собственное поместье Синар. Оно для меня очень дорого и памятно. И я знаю, что в этом направлении ведутся какие-то тоже, есть определенные идеи. Устраивать там и концерты, и какие-то студенческие мероприятия, и фестивали. Вот это, пожалуй, наверное, мое пожелание. Мы обязательно займемся этим вопросом. Ваше желание будет учтено. Спасибо большое. Потому что без государственной поддержки такого рода проекта, к сожалению, осуществить не получится. Но, с другой стороны, Синар находится в Швейцарии. А у нас есть более животрепещущая вещь, это Ивановка, тоже ваше поместье,
который находится в Тамбовской области, и там очень хороший, продвинутый, креативный директор Александр Ермаков, который прямо вот сражается как тигр за то, чтобы там проходил тоже фестиваль, чтобы там появился концертный зал. Наверное, это вопрос к министру культуры. Собираетесь ли вы как-то вложить в это деньги, вообще к юбилею построить этот концертный зал, чтобы сделать Ивановку, ну, каким-то таким нашим Зальцбургом, может быть? Мы собираемся преобразить саму Ивановку, чтобы люди приезжали туда. Мы собираемся организовывать там разные концерты, собираемся сделать фестиваль и собираемся сделать образовательную программу для студентов и школьников, которые проживают там. Деньги будут вложены и на концертный зал, и на все образовательные программы, и концерты, все это обсуждается, все это подготавливается. Так, вопросы из зала, пожалуйста. У нас Денис Леонидович, кто очень спешит. Вопрос по теме будущего фестиваля, который обязательно пройдет в честь 150-летия Ивановны Рахманиновны. Вот. Собираетесь ли вы, помимо своего выступления, пригласить туда еще молодых музыкантов разных уровней подготовленности и, самое главное, разных специальностей? А то в последнее время в основном там участвуют только пианисты, ну вот еще скрипачи. То есть, чтобы было более богатое музыкальное плане диаспора, и музыканты молодые могли показать исполнение произведения Рахманинова на разных инструментах, в том числе и ударных. Да, конечно, мы планировали широкую культурную программу в честь 150-летия Рахманинова и планировали пригласить различных музыкантов и молодежные ансамбли, и зарубежные. К сожалению, сейчас самоизоляция и границы закрыты, и мы не можем точно планировать, что они откроются к следующему году, поэтому пока что мы ограничиваемся тем, что это будет проходить в рамках российских музыкальных коллективов, и молодежных, так и мультиинструментальных, от Москвы до Владивостока, Иркутск, Новосибирск. Мы задействуем все площадки, которые будут для того, чтобы поднять вопрос о том, чтобы популяризировать Рахманинова, который незаслуженно, на мой взгляд, менее популярен, чем, например, Чайковский в России, вплоть до того, что сейчас уже говорят о том, что это великий американский композитор. И мне кажется, что эту тенденцию нам нужно переломить. Но я хочу добавить к словам Дениса Леонидовича, что все-таки Рахманинов один из главных фортепианных композиторов. И то, что, конечно, в основном это пианисты, это совершенно понятно, потому что он все-таки писал концерты для фортепиано. И вообще, ну, как бы оркестровый и фортепианный композитор. Ну, вот, поэтому другим инструментам там тесновато в его музыке. Хотя есть, конечно, гениальные, там, например, соло кларнета во второй симфонии. И почему бы и не пригласить клавиатистов это сыграть? Ну, это да. У нас время закончено, наш брифинг закончен. Я просто хочу сейчас быстро подытожить вообще то, о чем мы говорили. Вот каждый скажет одно слово или там одну фразу. Что самое главное в искусстве интервью с точки зрения все-таки, прежде всего, журналиста? Вот. Ту сторону баррикад мы оставим нашим великим людям, которых мы любим интервьюировать, но мы сейчас учимся все-таки, как мы с ними общаемся, вот этому. Что самое главное, что вы, может быть, вот за эти полтора часа для себя выяснили? Ну, давайте с вас прям начнем. А надо одно слово или можно? Нет, это может быть одна фраза, две фразы, я условно говорю, фигурально. Но я считаю, что самое главное, это, во-первых, быть подготовленным, быть в теме, так сказать, и интересоваться собеседником. Прекрасно. Вы? Я вот тоже хотела сказать, что важно, чтобы интервьюер был заинтересован в своем, ну, в человеке, у которого берет интервью, чтобы он умел задавать те вопросы, которые, ну, разговаривают собеседника, и было бы интересно и интервьюеру, и интервьюеру. Так. Не задавать неудобных каких-то вопросов.
Так, а ваш сын, вот, который как-то отмолчался... Ну, он говорил так тихо, подумал. Так, вот сейчас скажите, все-таки что-то вы вынесли. Эрудиция, отношения и понимание собеседника. Прекрасно. Вот краткость все-таки. Как Вишневский назвал одну свою книгу «Сестра моя краткость». Ну, там одна стиша. Ну, так, скромненько. Так, Малина. Кругозор, заинтересованность и доброжелательность. Стас. Ну, у меня, естественно, как у Дениса Леонидовича. Это уже прозвучало, как говорил Глеб Жеглов, привлечь человеку искренний интерес. Угу. Так. Согласно пунктуальности и искренности. Вот, вы свое, молодец. Я познала свою тему. Никто не знает. Неленивость. Так, есть еще желающие высказаться? Ну, у меня еще есть мысль. Интервью должно быть интересно читателю, слушателю. Оно должно быть актуальным и честным. Со стороны интервьюера и со стороны лица, к которому обращается вопрос. Прекрасно. Спасибо.